Самарской области малооблачно, без осадков. Днем -2, -4 градуса, ночью 5-7, ниже 0. Ветер южный 2-4 метра в секунду. В Сызрани небольшая облачность, в светлое время суток -3, в темное 6 с минусом, южный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем -3 градуса, ночью 5, ниже 0, южный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем -3 градуса, ночью -7, южный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 61%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.